В регионе завершилось первенство Ненецкого округа по волейболу среди общеобразовательных организаций в рамках проекта «Волейбол в школу». В соревнованиях приняли участие 27 команд. Кто оказался лучшим из лучших, расскажет моя коллега Наталья Дуркина. На протяжении 10 дней школа города поселков Искателей Красного соревновали за звание лучших из лучших. Наша съемочная группа побывала на финальном матче среди девочек младшей возрастной группы. Игра была напряженная. На поле ни одна команда не собиралась проигрывать и уступать первое место. Трибуны скандировали, болельщики не умолкали, поддерживая команды. И вот она, самая последняя атака. Сборная команда школы номер 3 второй год подряд занимает первое место. Девочки уже сыгрались, знают свои слабые и сильные стороны. При этом отмечают высокий уровень подготовки соперниц и признаются, что борьба за первое место была напряженной. Очень много тренировали, чтобы их опередить. И вот день. Наше место первое. Мы смогли. Да. Мы выиграли. Все. Это было очень тяжело, но мы смогли. На высоком уровне показала себя и команда соперниц из 4-й школы. Девочки еще только начали вместе тренироваться. Но, несмотря на это, выступили достойно. Мне кажется, все соперники одинаково сильны примерно. Так как мы занимаемся в одних всех же учреждениях, команды сильные. Свое второе место, заслуженное серебро, девочки посвятили своему тренеру, который находится на больничном и не смог присутствовать на игре. Юрий Иванович, передаем привет нашему тренеру. Всего в соревнованиях приняли участие 27 школьных команд. Игры проходили по двум возрастным группам. Среди девушек и юношей 2007-2008, а также 2005-2006 годов рождения. В завершении соревнований поздравить победителей и призеров пришел руководитель Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого округа Антон Пустовалов. Я вам желаю большой удачи во всех ваших начинаниях, особенно в спорте. И мы вместе одной большой командой всегда можем достичь серьезных успехов. Завершение. Места распределились следующим образом. Младшая группа среди девушек. Бронзу взяла 5-я школа, серебро у 4-й, а победителем стала школа номер 3. В группе юношей 2007-2008 годов рождения 3-е место на пьедестале заняла школа поселка Красное, 2-е место за школой номер 3, а победу одержала школа номер 4. У старших девушек бронзу взяла 5-я школа, серебро у 1-й школы, золото за школой номер 3. Среди юношей 2005-2006 годов рождения 3-е место у ребят школы номер 4. 2-е место заняла 1-я школа, а на верхней ступени пьедестала школа номер 3. Команды победителей в младшей возрастной группе будут представлять наш регион на всероссийских соревнованиях «Серебряный мяч» в городе Петрозаводске. Наталья Дуркина, Владислав Носкин, телеканал «Север».